Привет, друзья! С вами у микрофона Коньков Никита, канал НК, и мы продолжаем проходить Потерянную планету 3. Ну да, правильно, Потерянная планета 3, Lost Planet. Или Затерянная. Last, вообще-то это как бы последний, да, Last, что-то такое. Lost Planet 3. Итак, мы находимся у своих новых друзей, можно так сказать. У повстанцев. Лагерь повстанцев. Будем так называть. Сейчас посмотрим. У них здесь прям... О, кому-то плохо. Кто-то спит прям тут. Да. Сейчас посмотрим, что у них здесь. Тут у них все такое, как... В Японии, в Корее, да. Вот эти вот фонарики эти японские. Ух ты, ничего себе. Продавец той энергии. They call us elders, those of us who came from Earth. I know we don't look our age. Some think the exposure to all this tea energy keeps one young and strong. Others think the cold temperature preserves you. As for the young ones, the snowborn, they have no idea what an 80-year-old is supposed to look like. Еще удивительно то, что я заработал огромное количество Т-энергии за прошлые миссии, и мне нужно будет сейчас это все потратить. Очень хочется апгрейдить оружие, но не знаю, возможно ли это сделать здесь, либо придется уже только на своей базе. Да, тут лапшу варят, прям целый город у них. Закусочные, как столовая, да? Так, а куда нам идти? Исследовать лагерь. Ага. Ну, давайте исследуем. That's a hell of a machine you drive, mister. I love to talk shop sometime. My name's Kraft, chief mechanic. Mostly I keep all the skiffs running. Your pal Mira practically keeps me in business. All the wear and tear she puts on them running off to wherever. It's not like they grow on trees. And even if they did, huh? I mean, you see any trees? Ну вот познакомились с главным механиком. Какие у них интересные шлемы. Довольно-таки. Интересно, как они через них смотрят, видят вообще что, хоть что-то. Да? Сейчас, секунду. Так. Что ж, с кем еще поговорить? Странно, но похоже, со всеми поболтали. Может быть, подойдем к ней? Нет. Исследовать лагерь. Очень интересно. С кем-то мы должны, наверное, здесь поговорить. Что? Pleased to meet you. I'm Francesca Vittori. I manage the school. Do you have children? I do. Baby boy back home. Then I will not need to explain to you. The children are our animating force, our hope, our reason to persevere. We try to cultivate each one, show them our ways, teach them our skills. Not just to count and to read, but to survive. In this place of all places. I hope you are able to get back to your family soon, Jim. Ну вот и воспитательницы познакомились. Так. О, вот сюда нам нужно было, парни. Я бегаю тут кругами. А это кто? Какие-то животные. Они их что, разводят? А, ладно. Сейчас посмотрим. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас пополнение
боеприпасов, но почему-то мы не можем использовать. Видимо, это сейчас нам не нужно. Так. Ага, вот, открыть шкаф. Да. У нас есть арбалет. Даже и не знаешь, какое оружие лучше выбрать, да? Так. Что тут можно? Ух, тут даже можно улучшать. Улучшение приклада дробовика. Так. Как же это улучшить-то? А, нет. Это нам говорят то, что уже стоит. Все, теперь понятно. В общем, мы зашли в какую-то пещеру. Ох, тут оказывается он еще длинный. Длинный какой. Лагерь. How are you enjoying our city of spare parts? Everything you see here was scavenged from one abandoned colony installation or another and refashioned for our use. Didn't happen overnight either. I've run the metal workshop for nearly 30 years. You can't throw a stone without hitting some piece of my handiwork. Don't, though. Throw stones in here, I mean. That would be obnoxious. Хм. Весьма интересно. Да, они здесь все ходят в каких-то масках. Для чего? Так, а это кто? I appreciate your help putting down that intruder before. Not every day one gets crazed enough to barrel through the gates like that. Normally, when I hear such sounds of discord in Bedlam, it's just Mira playing with her explosives again. Always blowing up some part of camp and answering in nobody for it. It's a wonder she hasn't killed anyone yet. Да, благодарят нас, да? Что мы тут с суперспасителями оказались? Так, а это кто? Word has it, you're a master Akrit fighter. We should trade tales of battle. I'm Suzatska, first ranger of the Forgotten. I lead the hunting parties. We employ techniques, non-lethal and otherwise. And you well know what creativity is required to prevail. You've seen some variety of Akrit, I'm sure, but I believe we've but seen a fraction of what walks this world. Beyond the horizon, who knows what wonders and horrors we might find. Сколько нового мы тут узнаем? Каждый что-то нам рассказывает. Так, это что, аудиожурнал? Отлично. It appears they have given up on finding the female pilot. A replacement has arrived, and he has already made several rescues of his crewmates. I believe he will be worth keeping an eye on. Perhaps he will respond to the clues better than she did. I wonder what became of her. Итак, что это здесь такое? Our new champion patrolling the plains in some giant robot? I don't know where to begin correcting you, but I'm Jim. But it's true, you're a man known to take a quest in search of your fortune? I'm a freelance contractor. So, yeah, I guess I am. Excellent. I'm conducting an ethological study of the albino Tarka of EDN 3. No doubt you've heard of them. As rare and elusive a creature as walks this world of ours. I'm pretty sure I've never seen anything like that. Exactly. That's how you know they're real. That and the telltale sound of their mating call. I've isolated the exact frequency. When played back, it will mesmerize them long enough to collect a DNA sample. The trick is finding them, for they blend seamlessly into their surroundings, and you will hear them long before you see them. If you provide me with their DNA samples, I will share teachings that will enhance your abilities. Ну что ж, у нас появилось дополнительное задание. Нужно будет найти ДНК, да, этих вот альбиносов, Тарка. Так, а для чего они нам нужны? Недостаточно кредитов. Честно говоря, непонятно. Время стрельбы вслепую из укрытия представляет сетку прицела. Это какие-то, получается, у нас способности, что ли, да? Так, повышает скорость перезарядки оружия на 25%.
и термокостюм. Повышает скорость восстановления здоровья на 100%. Угу. И у нас недостаточно кредитов. Да. Очень интересно. Ноль у нас. Какие-то кредиты должны у нас быть. I'll add the mating call frequency to the sound output of your wrist computer, which it will constantly broadcast. Oh, don't worry. Humans can't hear it. Oh, like a dog whistle. Sure. What's a dog? The albino Tarka are scattered across the whole planet. So if you keep your ears open, you're bound to run into one. Happy hunting. Так, добавлена частота альбиносов Тарка. А здесь у нас что? Did you find any albino Tarka? Ага, здесь у нас получается магазин. Угу. Все ясно. Да, интересно, что за кредиты нам нужны. Так, здесь у нас закрыто. Какие-то специальные, наверное. Очень странно. Так, у нас здесь валяется Т-энергия. У меня такое ощущение, что я здесь что-то пропустил. Да. Еще один журнал. Вот сюда мы точно не ходили. Ух ты. Ничего себе, у них здесь растут деревья. Это как называется? Теплицы, да? Да. Такой парниковый эффект. Класс. Свет, вода. Получается... жизнь. Да, видимо, здесь условия непригодные для... Ну да, здесь же все во льдах. О чем это я? Итак, у нас... Quartermaster. Long time since I had that title. If it's supplies you need, I can sell you some. That dirty tea energy you carry isn't worth too much to us, but I can find uses for it. I'll tell you what. Since you've already helped by opening that base, I'll make it a generous exchange rate. Да, отлично. Сейчас мы будем тратить свои кредиты. Т-кредиты. Ух ты. Сколько тут нового появилось. Пневмоинжекторная винтовка. Скорострельность, меткость, стреляет тяжелыми металлическими заклепками с помощью сжатого газа. Хорошее оружие в ближнем бою. Да, и цены здесь не маленькие. Гранатомет. Стреляет контейнерами, гранатами с таймером. Вы можете взорвать их в любое время, если они взорвутся по истечении времени. Все это, конечно, очень хорошо. Но слишком дорого. Я не знаю, нужна ли нам многозарядность для Валькирии. Вот, вот это вот, конечно же, очень хорошо. Можно апгрейдить свой арбалет. Улучшение приклада. Индикатор расстояния для гранатомета. Место на поясе для гранат. Да, мы можем, наверное, больше, да? Добавляет на пояс еще одну кобуру для ношения одной дополнительной гранаты. Ну, все слишком такие цены здесь атомные. Дополнительная обойма. Носить больше патронов для оружия. Это, конечно, полезное все. Все полезное, но... очень все уж дорогое. Пока что... тратить я ничего не хочу. Тут, как вы понимаете, оружие у них в основном самодельное. Такой самопал лагерный. Вроде бы здесь уже все смотрели. Все, что нам было возможно куда-то добраться. Давайте посмотрим, что же здесь за этой дверью. Нам вроде бы сюда. Вообще, на самом деле, вот, честно говоря, игра временами слишком затянута. И...
Ну, я ожидал, что она будет довольно-таки длинная. Наш робот. In order to repay your life debt, one task remains. There is another installation from the first colony, closed to us, but your machine may breach it. There are resources there we can use, supplies and weapons. Whoa, weapons? It's a little intense for a first date, don't you think? One does not arm one's enemy. My father does not believe you will help us. This will convince him you mean no harm. I'll be back before supper. Итак, у нас новое задание, как вы понимаете, да? Еще один долг мы должны вроде бы отдать, и тогда нас отпустят. Так, посмотрим. Найти базу безопасности. Сейчас мы это как раз будем делать, но только в следующей серии. С вами у микрофона был Никита Коньков, канал НК. Подписывайтесь, комментируйте. Надеюсь, что вам понравилось. Всем пока-пока.